Впервые в России, а если быть конкретнее, в Казанском федеральном планируется создание новой модели в педагогическом образовании. Это старт программы переподготовки бакалавров, чтобы на выходе студент получил, например, не только диплом бакалавра математики, но и удостоверение учителя-предметника. Практически каждый день собираемся с творческой группой и разрабатываем разнообразные траектории подготовки. То есть эти траектории уже складываются в такой вот веер маршрутов, возможностей, стратегий параллельного обучения. Кто-то на четвертом курсе будет проходить переподготовку, кто-то на первом курсе. Теперь каждый институт, разрабатывая основную образовательную программу по педагогическому направлению подготовки, может смело написать соответствующий ему профиль подготовки, например, учитель физики, учитель математики и так далее. То есть данная модель представляет собой некий образовательный маршрут, где предполагается, что студент, обучающийся по своей программе бакалавриата, после окончания второго или третьего курса может включиться в процесс обучения по модулю педагогической подготовки. На курсах профессиональной переподготовки будет составлено расписание, так чтобы они посещали аудиторные занятия, которые предусмотрены учебным планом бакалавров, и могли, допустим, в 3 часа, в 4 часа вечера проходить еще и переподготовку, то есть слушать лекции, практика ориентированного типа, то есть мы разрабатываем такие вот модули, которые будут обеспечивать погружение в учительскую профессию. Помимо этих изменений будет создана волонтерская основа педагогической подготовки. То есть каждый студент, поступивший на обучение бакалавриата по направлению педагогическое образование, становится ассистентом учителя в школе. То есть мы проанализировали все западные варианты университетов Германии, Франции, Великобритании, Соединенных Штатов Америки. Там действительно самый широкий спектр траекторий. Вот одна из траекторий связана с тем, чтобы студент действительно прикрепился к учителю-новатору. Старт первой программы переподготовки студентов 4 курса планируется на 1 сентября 2016 года. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Универ Ньюс.